перспективу нового знакомства. Те, кто хочет найти нового партнера, ну, например, там хотя бы в новогодние праздники, да, познакомиться. Смотрите, здесь как бы дорога к любви идет, к судьбоносной любви. Но сейчас у вас есть определенный застой. И я бы еще сказала, мир большой, не ищите там, где рядом. Да? То есть это не обязательно работа, дом, семья, какая-то там ваш город или ваша улица. Да? Здесь будет очень много страхов, переживаний. В течение месяца вы еще будете думать, нужно вам или нет. А в дальнейшем по судьбе идет большая любовь, эмоции, чувства. Да? И вы найдете человека, с которым вы будете... Ну, как за каменной стеной. То есть вам будет комфортно, интересно. Да, и еще такой момент. Вы здесь будете, как бы, знаете, его с кем-то сравнивать из прошлой жизни, чувствовать себя такой ресурсный, вкусный, привлекательный, да, к которой липнут мужчины.